Мы ее отремонтировали. Ему не повезло. Так, а пес Барбос с нами? 1 июня 15 года, Реймс, Франция. Бежим. Че, успел? О, нормально мы. Нотр-Дам де Пари. Так, а тут что? Что надо? Что, я не понимаю, что на... Тут куча... ты что меня прям так сразу-то убиваешь? Игра. Так, ладно. Так, что нам? Римский собор. И жизнь в тылу. Паузу ставьте и читайте. Че, ты ж, собака-то не умрет, да? Он обронил там кое-что. Этот туда побежал. Марси Бакой. Так. Ты что, женщина хотела? Непонятно. Так, а если мы вон туда? О. Так, там где-то две девочки тут, наверное. Ушла. А, подожди. На, ты держи это, а я буду держать это. Чё ты? Нам еще вторую девочку не спасли. А, он не могёт. Ладно, подождем. Что это такое? Один из первых противогазов. А, это противогаз. Хотя противогазы широко используются главным образом. Солдатами мирные жители тоже могли их получить при фронтовых французских городах вроде Реймса. Эти защитные приспособления были у многих людей. Противогазы данного типа относились к одной из ранних моделей и представляли собой вымоченную в нейтрализующем растворе хлопчатобумажную повязку, которая закрывали рот и нос. Примерно так же была устроена британская черная вуаль. Там сказали мне две девочки, показывали. Так. Нет, иди ко мне сначала. Блин, а. Да иди ты ко мне. Ё-моё. Мне надо с ним поменяться вещами. Сейчас. Сейчас мы эту хрень бахнем. Что-то мы взяли.
Сертификат крестной матери солдата для принятия боевого духа ушедших на фронт во Франции. Да, поднятие. В начале тысячи было создано особое общество для оказания из тыла помощи и поддержки оторванным от своих семей солдатам. Солдатские крестные матери отправляли бойцам письма с посылками и даже находясь вдали от фронта, завязывали с ними близкие доверительные отношения. Я там этот бросил, что ли? Погоди, я там бросил. Нет, не бросил. А, не, понятно, все. Все понятно, ладно, нам не сюда. Идем дальше. Тут все, да? Здесь мы все забрали, да, все забрали. Че ты там лаешь, на что? Непонятно, на что ты лаешь, но да ладно. Че, как мне его пододвинуть-то? Надо еще кого-то, да? О, монетку нашел. Монетку. Рекламная брошюра не это понятно. На ожесточенные боевые действия в тылу жизнь шла своим чередом и производить по-прежнему свои товары. Нет ничего удивительного в том, что использование образа солдата увеличило популярность торговой марки и подстегивало продажи. Данная брошюра рекламирует облигации военного займа, с помощью которых любой желающий может помочь правительству с финансированием боевых действий. Ну это я понял. Так. Дальше-то что? А, там вон мальчик, вон он. Там мальчик, вон там мальчик. Плачет один, а как его достать-то? Че мы? А, мы пройти никак не можем. Не, ну я его только если вот туда задвину. Там мальчик видно. Не, он боится сюда идти, странно. На кого-то лает, но боится идти. Там вон мальчик плачет. Так, ладно, хорошо. Сос. Так, куда нам идти-то? Я понял, сильвый пле, так сильвый пле. А куда? Джинсики. Рабочие комбинезоны, несмотря на то, что почти все трудоспособные мужчины были отправлены на фронт, производство тула устанавливать было нельзя на заводы. Фабрику массово пошли женщины, которым пришлось осваивать профессию, традиционно считавшиеся мужскими, работая при этом за гораздо меньшую плату. Отдельные представители слабого пола даже даже назначались на руководящие должности и принимали важные решения. Военный год значительно изменили статус женщины в сообществе. Так. Ты где? Вот ты где.
А, не-не-не-не-не-не-не, иди сюда ко мне. Ко мне, вот тебе вот эта хрень, теперь иди туда. Сейчас я тебя подниму. Иди. Подними меня, пожалуйста, песик. Что-то еще нашли. Мотолок. Молоток. Так, что молоток? А, это бритва, это не молоток. Блин. Безопасная бритва, изобретенная в начале 20 века, была намного более удобной, чем обычная бритва парикмахеров. В 1917 году она вошла в стандартный набор экипировки американского солдата. Наблюдения показали, что гладко выбритым лицам противогазы прилегают плотнее. Понятно? Я со своей бородой с противогазом не выжил. Так, ну тут вроде ничего нового. А, подождите, эти... Дневники у нас, проклятое снарядование задели меня. О, этим утром фон Дорф приказал нам захватить и выпрет. Так, это мы прочитали. Угу, это мы тут были. А куда ты? Единичку. А сам, так, единичку. Потом беги на двоечку. А, ну то есть он, короче. Все, погнали. Все нашли. Мужик нам поможет. Бежим быстро, 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 быстро. Чё там такое? Песель, ты чё? Ты куда? Эй, а я? А, мы уже здесь. Они его мучают там, поди во всё. Чё делать? Чё делать? Ты мне скажи, чё делать? Это что за фигня? Что-то знакомо. А, подожди, а чё, почему я их не могу не... Ага. А как этого победить? Нормально, порешали. Куда ты сваливаешь, что у тебя пол каюты нету? Пол твоего этого. Так. Побежали. О, а ты немец прыгает. Ой, ты кто такой? Опять босс.
Что? О. Надо вовнутрь закинуть. Ты не хочешь ко мне присоединиться, дяденька? А куда кидать? А куда тебе накидывать? А, то есть сначала винт, а потом... О, Карл. Побежали за ним. Все, мы все бежим. Один с ложкой. Карл подневоливый типчик. О, леди. Жален Хёрд. The Great War. Это только предисловие было?